413 участков в 24 садовых товариществах затопило в Нижневартовске. В РИО губернатора Югры Руслан Кухарук во время своей рабочей поездки посетил болевые в период паводка точки столицы Самотлора. Это старая часть города и дачные поселки на Рэп-флота. Исполняющий обязанности главы региона на месте оценил обстановку, пообщался с местными жителями, сотрудниками МЧС и представителями местной власти. На въезде на паводкоопасные территории установлены круглосуточные посты муниципальных спасателей. Но Руслан Кухарук по обращению жителей затопляемых участков поручил администрации Нижневартовска выставить дополнительные наряды аварийно-спасательной службы на границе прибывающей воды. А также попросил силовиков, представителей МЧС и МВД на время паводка выделить патрули для дежурства в пострадавших от затопления садово-огородных товариществах.